Друзья, всем привет! С вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю куриную грудку на сковороде. Но куриная грудка у нас будет не просто на сковороде, а со стручковой фасолью и овощами. Очень вкусное и аппетитное блюдо. Сначала займемся приготовлением фасоли. Хвостики я обрезала, и теперь мне нужно ее промыть. Вода закипела, в воду добавляю соль. Соли нужно добавлять достаточно, с расчетом 10 грамм соли на 1 литр воды. В кастрюлю выкладываю фасоль. После закипания воды фасоль нужно варить 5 минут ориентировочно, 5-6 минут, не больше. Фасоль не должна быть слишком разваренная, она должна быть такая альден, чтобы была немножечко такая хрустящая. Через 4 минуты приготовления попробуйте. Если вам нравится альденты, то уже можно выключать. Если нет, то можно доварить еще 2 минуты. Максимум варим 6 минут. Пока фасоль варится, я подготовила ледяную воду. Фасоль готова, она у меня простояла 2 минуты в ледяной воде, я ее слила, и вот такая она у меня получилась, очень вкусная и хрустящая, я уже попробовала. Сейчас я вам покажу, как вкусно можно ее приготовить. Вот у меня куриное филе, курицу нарезаю на небольшие кусочки. Сначала нарезаю на ломтики, и потом буду нарезать на кубики. Курицу я замариную, поливаю ее немного растительным маслом, солю, перчу, добавляю паприку, сушеный чеснок, вот такие специи у меня есть, это соль с перцами и красный перец, смесь красных перцев, они не очень горькие, поэтому нам подойдут, и хорошо перемешиваю. Пока курочка у меня маринуется, я займусь овощами. Лук я очистила и мелко его нарезаю. Очищаю желтый перец. Можно брать перец любого цвета, желтый, красный, зеленый. Нарезаю перец вот на такие небольшие ломтики. На разогретую сковороду выкладываем нарезанный лук и обжариваем до золотистости. К обжаренному луку добавляю курицу. Курицу немного перемешиваем и оставляем обжариваться. Добавляю сюда немного желтого перца, немного красного перца и выдавливаю 2 зубчика чеснока. И еще раз немного перемешиваю. Курочку буду обжаривать до золотистого цвета, чтобы она была такая немного поджаристая. Курочка у меня хорошо обжарилась, я уменьшила огонь. И теперь добавляю сюда фасоль. Фасоль у нас уже готова, поэтому долго нам ее обжаривать не надо. Курицу с фасолью я немного перемешала и оставляю тушиться еще минут на 5. Попробовать на соль. Если соли недостаточно, можно посолить. Но не забывайте, что курицу мы заранее мариновали, поэтому она должна быть достаточно соленой. Так же, как и стручковая фасоль. Курица со стручковой фасолью готова. Получилось очень вкусное и ароматное блюдо. И плюс ко всему, получается очень красиво, вкусно и полезно. Ничего лишнего. Готовьте вы такую фасоль с курицей и напишите мне в ваших комментариях ваши отзывы. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.